заработная плата в медных группах, ферросплавно и так далее, начинается от 3000 долларов, то есть свыше миллиона тенге. А у нас люди получают 100-150 тысяч тенге. А если их заработная плата в несколько раз будет больше, то опять же налогов в бюджет будет больше. То есть бюджет страны увеличится минимум в 2-3 раза. Учителя, я говорил, будут получать зарплату не как сейчас 100-150 тысяч тенге, от 1000 долларов. Врачи то же самое. Полиция, работники армии, стартовая заработная плата рядовых от 1000 долларов. Не как сейчас, они получают 200-300 долларов. Эти деньги снова хлынут в экономику страны, и частный капитал может предлагать услуги преподавателей, машины, строить квартиры и все прочее. Соответственно, эти деньги, заработная плата увеличится тоже в частных компаниях. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.